Продолжаем. Часть вторая. Здесь на глухих дорожках восточной части парка довольно много препятствий, построенных самими велосипедистами. Ну, есть и такие, которые еще и подумаешь, хорошо, ехать или нет. Конечно, огромное количество людей гуляет с собаками. Я получаю удовольствие. Приезжайте, вы тоже получите. В восточной части штук 6 прудов, довольно больших. Вот это экстремальная часть. В восточной части парка, смежная с главной аллеей. В основном, конечно, молодые национальные. Ничего старый конь борозды не портит. Здесь недавно поставили разгонный пандус. Разгон и чуть дальше трамплин. Пока не видел, как тут ребята прыгают. Для тех, кто случайно остался цел и невредим, еще один трамплин чуть дальше. Ребята катаются, снимают. Ну, сейчас многие снимают. Люди занимаются шашлыками. Ну почему нет? Дело хорошее. В парке специально несколько зон под это дело отведено. Очень хорошо. Замечали когда-нибудь, что когда вдоль высоколотной линии едешь, скорость выше, велосипед идет легче. Не замечали? Я тоже не замечал. Thank you.
дурацкие знаки понаставили по всему парку. Не для того, чтобы правильно организовать движение, а просто денег подзаработать, срубить. Вдоль всего парка бесплатная парковка уличная. Ну вот, с утра, в субботу еще можно делать. Через пару часов уже вряд ли где-то приткнешься, хотя очень длинный участок отведен. Что-то справа непонятно. Какие-то пассы, жесты. Колтуют, наверное. Белок я уже давным-давно не снимаю, их тут огромное количество. Что она продолжает создавать. Ассистенток уже нет, исчезли. На всякий случай буду держаться подальше. Ездят тут очень на многих видах. Электрических, педальных, видах транспорта, гужевых, роликовых. В прокате большой выбор, и все это будет востребовано в течение дня. Но лучше всего устроились вот эти ребята. У них вот, видите, тачка такая. И вот они ездят на этой тачке с мотором внутреннего сгорания. Мало того, что не платят, но еще им за это приплачивают. Спортивные площадки, тренажеры, народу пока не очень много. Баскетбола вот с утра нет вообще, но попозже еще ребята подтянутся. Но волейбола довольно много, и волейболисты бодро разминаются. Но, в принципе, это все, что я хотел показать. Ну, хотя еще можно многое показать на самом деле. Всевозможные культурные объекты и прочее. Но этот сюжет не о том. Просто о том, что это все здорово, и надо ценить лето, и заниматься собой, двигаться. Всем крепкого здоровья, удачи. Всего хорошего.